Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и я хочу поделиться впечатлениями от прохождения второго модуля школы коучинга Павла Колесова «Устранение внутренних конфликтов». Поскольку первый модуль я проходила бонусом к школе психотипирования, то узнав о глобальной распродаже, за что я очень признательна Павлу Борисовичу, не могла устоять перед такой шикарной возможностью. Во втором, как и в первом модуле школы, по-прежнему было очень много теоретического материала. Но для себя я особо отметила лекции про ответственность, четыре фазы психосексуального развития человека и развития мышления. По-прежнему было много практик и медитаций, коуч-сессий со однокурсниками и коучами-ассистентами. Но наибольшее осознание мне дала сепарация от родителей, после которой я провела сепарацию от дочери и от свекрови, моей второй мамы. В процессе обучения мне было очень интересно наблюдать, как жуткое волнение перед коуч-сессией в качестве коуча на первом модуле сменилось приятным предвкушением на втором. Если на первом модуле я научилась практикам ЭВК работать со своим внутренним ребенком, то на втором с удивлением заметила, как начал вырабатываться уже мой собственный стиль работы с клиентами, учитывая индивидуальные особенности каждого и слушая свое мудрое бессознательное. Конечно же, все это было невозможно без прохождения мною школы психотипирования, шизбычий меч, самогипнозов 1, 2, 3 и 5, а главное – клуба достигаторов, где на сегодняшний день я прошла почти 50 коуч-сессий с коучами-ассистентами, за что им всем большое спасибо. Плюс 19 со своими коллегами-сокурсниками, за что им тоже очень признательна. Но вишенкой на торте в конце второго модуля обучения стало осознание того, что я всю жизнь, помимо своей основной работы, оказывается, занималась коучингом, только неосознанно. А теперь мое мудрое бессознательное привело меня в правильное место, где я смогу научиться помогать другим уже осознанно и более эффективно. Этот инсайт подарил мне сам Павел Борисович на созвоне фокус-группы, где только одним своим состоянием и чарующим голосом превратила обычную консультацию в потрясающую коуч-сессию. От всей души благодарю Павла Борисовича за его потрясающий труд, великолепно обученную команду, чат единомышленников, за все, что я получила в этой школе волшебников. Всего доброго!